наконец-то! Вершина башни! Нужно отыскать правильный портал и вернуть Медива. Гостям не место в покоях хозяина! Прочь! И тень Арана! Сейчас я вас проучу! Мой молот пылает священным огнем! Никаких вечеринок в башне! Аран. Самый занудный призрак в Азероте. Что приказание? Я не какой-то жалкий фокусник. Я Нигелос Аран. Дело сделано. Горите синим пламенем. Прошу прощения, но вы горите. Только сегодня страшная сказка. Никто не пощитит наши секреты! Драконы сожрали все, что было на столе, и поглядывают на мурлоков. Прошу прощения, но вы горите. Создатели! Ой-о! Времени на игры. Жду приказаний.
никто не должен выжить. Это было последнее предупреждение. Жду приказания. Хозяин могуч, но и я кое-что умею. Будем помочь. Хочешь заключить сделку? Гори! Алам! Оля! Есть! Это было последнее предупреждение. Никто не похитит наши секреты! Жду приказания. Хозяин, спаси меня! Не испугивай меня, дитя! А в следующем зале мы еще успеваем. Гнев пустоты контролирует порталы Каражана. Мне нужен его пульт. И гнев пустоты! Кто мешает моим исследованиям? Не стоило напрашиваться. Лучи питают дракона. Заблокируй их существами. Сколько миров? Сколько можно узнать? Здравствуйте, магия!
очень тонко настроены. Скажи, в котором из них Медив? Свою вечеринку. Нам нужны порталы. Гости уже швыряют книги в бассейн с маной. Моим исследованиям. Мой молот пылает священным огнем. Лучи питают дракона. Заблокируй их существами. Мешай моим экспериментам! Сколько миров? Сколько можно узнать? Что приказать? Хватит трогать мои порталы, они очень тонко настроены. Скажи, в котором из них Медив?
хочешь заключить сделку? Зачем вы сюда пришли? Идите на свою вечеринку. Нам нужны порталы. Гости уже швыряют книги в бассейн с маной. Кто мешает моим исследованиям? Мой молот пылает священным огнем. Лучи питают дракона. Заблокируй их существами. Добрика, не мешай моим экспериментам! Сколько миров? Сколько можно узнать?
Хватит трогать мои порталы. Они очень тонко настроены. Скажи, в котором из них Медив? Похитит наши секреты. Свою вечеринку. Нам нужны порталы. Гости уже швыряют книги в бассейн с мамой. Работает. Получилось. Открывайте портал и начнем вечеринку. Будет править этим жалким мирком. Ой, это не тот портал. Прогоните Орчиху, и я попробую еще раз. Леодрин и Назра! Хотите на колени перед Ордой? Мой молот пылает священным огнем. Простите, разберитесь с ней, а я попытаюсь найти нужный переключатель. Тревога! Поднять щиты! Оружие на изготовку! Щиты разрушены. Тревога! Поднять щиты! Прогоните Орчиху, и мы попробуем открыть еще один портал. Есть идет!
Победа! Плеть поглотит тебя! На изготовке ты разрушен! Никто не похитит наши секреты. Что приказание? Сколько порталов? Интересно, что за этим? О, сколько щупалец! Этот мир нам точно не нужен. Назад, за работу! Во славу! Что приказать? Только не у меня дома! Этим займусь! Только не у меня дома! Отлично! Теперь попробуем этот. Меня призвали обратно в Каракан? О, да тут вечеринка! О, здравствуй! Пожалуйста, вышвырни демона. Меня уже гости заждались. Возьми мой посох, он управляет порталами. Только не поцарапай. Прочь с дороги! Приказание. Я слышу музыку, это медивы, вечеринка. Я буду зажигать всю ночь. С удовольствием посмотрю, как ты будешь умирать. Хватит орать! Сейчас! Прощение, но вы горите. Это я спустил собаку. Что приказать? Ты противостоишь не только Малчезару, но и всем подвластным мне легионам. Зачем меня призвали? Я хозяин! Животин! Есть. Я тебя не вижу.
тебе! Нет, только не это! Отлично! Пора веселиться! Вечеринка началась вовремя. Приходите через неделю. У Медива день рождения, и мне не помешает помощь. Начеку. И каких вечеринок в башне? Аран. Самый занудный призрак в Азероте. Хочешь купить? Я не какой-то жалкий фокусник. Я Игелос Аран. Мне дали второй шанс! Необычное.
ужас, летящий на зубьях смерти! Такие трюки срабатывают только с простаками. Кусочек сахара! Прошу прощения, но вы горите. И трюки срабатывают только с простотой. Кусочек сахара! Невероятно! Прочь! Прочь!